30 часов. Ровно столько мне понадобилось для прохождения второго паучка. С первых же минут, как только она релизнулась в сторе, я занимался только лишь прохождением игры с перерывами на сон. Отмечу, что я не тупо пробежал сюжетку и побежал писать обзор. Я еще проходил побочные миссии и занимался другими разного рода активностями, о которых я расскажу чуть позже. Плюс, конечно, я прекрасно знаком со многими вселенными Человека-паука, я прошел первую часть, прошел Майлза Моралеза, поэтому обзор можно считать компетентным. Обзор делится на две части. Первая часть будет абсолютно без спойлеров для тех, кто еще думает, покупать игру или нет. И вторая часть обзора будет спойлерная для тех, кто игру прошел и теперь просто хочет посмотреть видосики по пауку. Перед тем, как начнутся спойлеры, я вас всех предупрежу, так что можно не переживать. Вот это база. К обзору Человека-паука 2 я готовился очень основательно, так как помимо прохождения самой игры, я прочел еще просто тонну разных комиксов. И один из этих комиксов мне любезно подогнало издательство Камильфо, за что им большое спасибо, ссылочки на их соцсети будут в описании. А вот этого красавчика я разыграю в своем телеграм-канале. Очень интересная арка комиксов про то, как Человек-паук не стал отрекаться от костюма симбиота и стал чинить разные беспорядки, хаос, насилие, смерть и вот это вот все. Кто хочет его получить, подписывайтесь на мой телеграм-канал, и 31 числа я разыграю его среди участников канала. Так, ну вроде все сказал, можно стартовать. Знаете, в интернете последние 2 года практически под любым сиквелом какой-нибудь успешной игры я натыкаюсь на комментарии в духе «Фу, DLC за 70 баксов», «Фи, это не полноценная игра, а просто DLC», «А, мой IQ 60, что мне делать?» и тому подобное. Так было с новой Зельдой, которая выходила в мае, так было с God of War Ragnarok, и, конечно же, Человек-паук 2 также стал объектом хейтерских насмешек. А каким вообще должен быть сиквел, хочется спросить. Пишите в комментариях, очень будет интересно почитать. Я, например, с такими тезисами точно не согласен, потому что игра стала лучше буквально во всем. Ну, почти. Да, она все еще не идеальна, но об этом попозже. Давайте, не затрагивая сюжет, начнем с общих улучшений. Боевка. На первый взгляд, боевка совершенно не изменилась. Но на деле она полностью переработана. В целом, сама система боя не подверглась каким-то серьезным изменениям. Тут все так же просто, как и было в первой части. На квадратик мы атакуем, на крючочек уворачиваемся, а на треугольник притягиваем врага паутиной. Но это самая базовая боевка, которая тут используется. Самое интересное — это использование гаджетов и спецспособностей. Раньше спецспособности были только у Майлза. Помните, там он еще электричеством атаковал? Вот чтобы Майлз не был уж совсем имбовым, Питеру тоже добавили спецспособностей. Первые часов 10 эти способности будут завязаны на использовании кибернетических паучьих лапах, которые Питер разработал уже после событий первой части. Помните, в оригинале там тоже можно было использовать лапы? Только там лапы были чисто фан-сервисным приколом, который идет в комплекте с костюмом Железного паука. И сюжетно это вообще никак к игре не относилось. А здесь это уже полностью разработка Питера. Также, в отличие от первой части, где щупальца можно было использовать довольно-таки продолжительное время, здесь свои спецспособности используются прям пару секунд максимум, а затем нужно ждать, когда способность снова зарядится. Ну, в общем-то, как и с гаджетами. Но зато способности эти гораздо мощнее, чем в первом Человеке-пауке, поэтому баланс сохранен, да и перезаряжаются они недолго. Способности делятся на 4 типа. Это небольшой такой взрыв вокруг себя в радиусе где-то 3 метров, лассо, которое захватывает противника, ударяет о землю, мощный шквал ударов и супермощный рывок, который сносит на своем пути все и вся. Причем что у Майлза, что у Питера, не сказать, что способности принципиально разные, в основном отличаются они визуально. Если у Питера паучьи лапки, то у Майлза это электричество. Также теперь в игре появилась шкала мощи, и при ее накапливании мы можем либо использовать ульту, играя за Майлза, это будет такой мощный электроразрыв, который положит всех вокруг, либо впадаем в режим ярости, играя за паука в костюме симбиота. Выглядит это и ощущается прям в лучших традициях прототайп, если кто помнит такое. Чувствуешь себя настоящей машиноубийцей, которая сметает все и вся просто. Ну и плюс переделали шкалу контрацепции. Ой, я хотел сказать концентрации, конечно же, извините, прошу прощения. Вечно путаю эти слова. Плюс враги теперь делятся не только на обычных и громил. Теперь некоторые противники могут наносить урон
от которого нельзя уклониться. В таких случаях нужно вовремя парировать. А есть напротив тот тип удара, от которого нужно вовремя уклоняться в сторону. Ну и громилы, конечно, никуда не делись. Конечно, никуда не делся и стелс. Он все такой же глупый и неинтересный. На максимальном уровне сложности я вообще не испытал никаких трудностей во время стелс-миссий. Враги здесь настолько тупые, что знаешь, что рядом находится Человек-паук, ни у кого и мысли не появится поднять голову вверх. Стелс в игре отлично подходит тем, кто устал тыкать пальцем на квадратик в бесконечных сражениях и хочет немного от них отдохнуть. В остальных случаях смысла в прохождении миссии по стелсу я вообще не вижу. Гаджетов, кстати говоря, стало меньше. В первой части их было аж целых 8 штук, здесь же их всего 5. Я в основном пользовался лишь тремя. Это связывание нескольких противников, оглушение и простой веб-шутер. Мне хватило. В первой части я тоже далеко не все гаджеты использовал. Есть даже ощущение, что один гаджет из второй части может заменить два из первой. Но проверять я это, конечно же, не буду. Плюс пользоваться ими удобнее. Раньше нужно было лезть в быстрое меню в форме круга, чтобы выбрать подходящий гаджет. А теперь достаточно просто прожать R1 и треугольник. И вуаля, ты его уже используешь. Удобно. В целом, самой боевкой я доволен. Особенно, когда уже открыл все способности, все гаджеты и прокачал навыки. Тогда вообще красота. Единственное, что хотелось бы отметить, у меня большой палец просто охренел к концу игры. Кто играет, тот понимает, о чем я. Драки в игре бывают очень сильно затягиваются. Думаешь, что вот, наконец побил последнего врага. А там еще столько же выходят в качестве подкрепления. В первом Человеке-пауке была точно такая же проблема. И ближе к середине игры, на зачистку всяких аванпостов, не оставалось уже никакой мотивации. Поэтому те, кто хочет собрать все костюмы и забрать платину, разминайте пальчики, товарищи. Будет тяжко. Видов врагов в игре, кстати, много. Но я вам их всех не покажу, потому что спойлеры. Придется верить мне на слово. Боссов тоже достаточно, и все они гораздо сложнее, чем любой босс из первой части. В первой части там вообще детсадовский уровень боссов, даже на максимальном уровне сложности. А тут мне иногда прямо-таки приходилось попотеть. Также для меня было сюрпризом то, что почти все боссы имеют несколько фаз. Несколько, не две. Две это еще по-божески, а три или даже четыре фазы. Так что тот факт, что ты отнял у босса всю шкалу здоровья, означает лишь то, что впереди тебя ждет катсцена, где вы продолжаете драться, а потом еще один или даже два боя ждут тебя впереди. Так что удачи. Самый первый босс-файт, который вы еще могли видеть из трейлеров с песочным человеком, кстати, по красоте картинки, постановке и эпику, будет самым захватывающим и красивым за всю игру. Дальше даже близко такого размаха и такой постановки ждать не стоит. Но и полноценным босс-файтом все-таки сцену с песочным человеком не назвать. Скорее просто квик-тайм-эвенты в духе Sony. Зато какой кайф я испытал, когда впервые запустил игру. Сцена и вправду очень захватывающая и эпичная. Все рушится, разлетается в щепки, песочный человек огромнейший просто, костюмы еще пачкаются в песке. Очень круто, живо и сочно. И я совсем забыл рассказать про прокачку. Давайте прям пару слов. Прокачка здесь устроена по тому же принципу, что и в первой части. Меня только немного смутило, что некоторые навыки нужно прокачивать заново. Например, притягивать паутины к себе врагов. Питер совсем забыл за год, что ли, как это делается. Ну, это странно. Но зато теперь вместо одного древа прокачки, их теперь целых три. Два из них это древо навыков двух пауков. И еще одна общая. Очки навыков можно тратить на что угодно. Например, на улучшение полетов на паутине. При полной прокачке паучки летают более грациозно и ловко. Открываются новые финты. Также можно улучшать спецспособности. Подзарядку шкалы мощи, удары симбиота и много чего еще. Получать опыт в игре несложно. За 30 часов я достиг, по-моему, 48 уровня. Отдают его практически за любой пук. Плюсом к этому некоторые нафармленные ресурсы можно тратить на улучшение костюма. Причем все эти улучшения работают на любом из доступных костюмов. В эти самые улучшения входят увеличение здоровья, урона, концентрации и перемещение по городу. Нью-Йорк. Если бы любимый город и впрямь мог спать спокойно... Давайте перейдем к городу. В целом, даже в первой части Нью-Йорк выглядит суперски. Но теперь он стал не только красивее за счет улучшенной графики, но и еще больше за счет того, что в игру добавили два новых района. Это Бруклин и Куинс. Выглядят они круто.
не добавить, не убавить. Но ведь размер не главное, да? Вот в плане того, как ощущается этот город, никаких сподвижек нет. По городу все так же бродят глупые болванчики. Машины также наяривают круги с однотипными маршрутами. На Человека-паука никто никак не реагирует. Как будто они каждый день стоят рядом с ним бок о бок. Да, бывает, кому-то можно дать пятюню. Или сфоткаться. Но только по скрипту кто-то один из толпы захочет взаимодействовать с Человеком-пауком. Однако все-таки иногда встречаются интересные события. Где-то стоит митингующая толпа, где-то уличный музыкант играет на инструменте, где-то пацаны играют в баскетбол. Но это лишь декорации, и никто из них никак не реагирует на паучка. И из-за этого город ощущается картонным и неживым. С другой стороны, это же игра про паучка, а не какая-нибудь GTA, да? 95% игры проводятся же в воздухе. Зачем работать над проработкой искусственного интеллекта толпы, если мы эти толпы почти не видим? Возможно и так. Но лично мне хотелось бы более убедительного поведения случайных прохожих. Другое дело, что перемещаться по городу – это сплошной кайф. В первой части Человека-паука значение регулировки помощи при полетах на паутине было установлено на 10, и поменять ее было нельзя. Теперь же помощь при полетах можно вообще отключить для тех, кто хочет максимально реалистичную физику раскачивания. Я выставил на 5, и действительно, полеты стали ощущаться по-другому. Это прикольно. Вообще настроек в пауке куча. Например, для тех, кто хочет больше реализма, можно включить урон при падении с большой высоты. Поэтому, прыгая с небоскреба, у Человека-паука есть все шансы впечататься лицом в асфальт. Плюс ко всему, теперь у Человека-паука появились полноценные крылья. Эти крылья упоминались еще в первой части. Но там Питер говорил, что их так не удалось довести до ума, из-за чего он забросил разработку. Видимо, разработку он возобновил, и теперь что у Питера, что у Мауза есть крылья, которые помогают гораздо быстрее и эффективнее перемещаться по городу. Перемещение из одного конца города в другой займет, ну, максимум может быть минут 6, учитывая, что город реально огромный. Ну и, конечно, Нью-Йорк, как и в прошлой части, усыпан разного рода активностями и побочными заданиями. Начнем с обычных активностей. На мой скромный взгляд, проблема первой части заключалась в том, что открытый мир в ней не очень-то и интересен. Все как-то по-юбисофтовски. Открываешь вышки и идешь на отметки на карте. Во втором Человеке-пауке, слава тебе господи, никакие вышки активировать не нужно. Но это было бы уж совсем маразм, активировать их после того, как мы активировали их в прошлой части. Здесь Insomniac Games поступили правильно. Город открывается нам по мере его исследования. Вот залетел ты в Бруклин, полетел по нему немного, и отметились у тебя на карте всякие ништяки. Хочешь — собирай, не хочешь — не собирай. Можешь вообще ничего не собирать и просто идти по сюжету. Игра не настаивает на гринде. Гринде, которого здесь немало, если тебе нужны красивые шмотки и платина. Гринд состоит из аванпостов разных фракций, преступлений бандитов, плюс собирательные штуки, вроде паукоботов и тайников-бродяги. Да, это надоедает. Но в этот раз разработчики хотя бы постарались нарративно оправдать эти занятия. Например, собирая кристаллы песочного человека, он раскрывается как персонаж, и мы лучше узнаем его историю. Да и в целом, все эти побочки стало проходить чуточку интересней, и не так геморно. Хотя бы потому, что в этот раз нет головоломок, где нужно соединять электроузлы, или как их там, между собой. В первой части они меня очень сильно душили. И не потому, что я тупой, а потому что, ну, мне в игре про Человека-паука вообще эти головоломки не всрались, прошу прощения. Если мне нужны будут головоломки, я пойду играть в какой-нибудь, ну не знаю, машинариум. Но здесь есть другие головоломки, в которых нужно уничтожать атомы. Они быстро проходятся и не такие бесячие. Стойте, а как я вообще начал разговаривать о головоломках? Я же про город и его активность рассказывал. А, ну да. Еще про преступление банд нужно рассказать. Преступление — это то, с чего у меня тоже знатно пригорела жопа. Преступление в игре, как и в первой части, очень однотипно. Я всегда, когда вижу красный треугольник на карте, сразу мчусь со всех ног в сторону преступления. И почти каждый раз это либо поджог грузовика, либо поджог дома, либо погоня за какими-нибудь придурками. Чуть реже встречаются торговцы оружием или другие какие-то преступления. Очень сильно надоело. Неужели нельзя было больше добавить преступлений? Я же все-таки Человек-паук, я должен спасать город от преступников. А они все одинаковые. Бьюсь об заклад, что настоящий Человек-паук точно бы сошел с ума и сам бы стал злодеем. Но зато во время драк к нам может присоединиться второй паучок, и вы уже работаете в паре. Это прикольно.
Ну и вот, короче, как-то так оно все. Вообще, когда я сел писать обзор, я думал, что буду преимущественно хвалить игру. Но что-то по ходу написания как будто осознание пришло, что не все так идеально, как мне хотелось. Но да ладно, давайте лучше про побочные квесты поговорим. Помимо основного сюжета, в Человеке-пауке есть побочные задания. Оформлены они в виде заказов в приложении «Дружелюбный сосед Человек-паук». Некоторые задания может выполнять только Майлз Моралес, а некоторые только Питер Паркер. Но есть и миссии, которые может выполнять любой из паучков. Некоторые задания интересные, как, например, с незрячей бабушкой, у которой на лужайке якобы завелся монстр. Еще был очень милый квест с потерявшимся дедушкой. Сэр, ваша внучка вас обыскалась. Внучка? Ну... Технически они очень простые. Чаще всего нужно просто прийти на какую-то определенную точку и идти по следам того, кого мы выслеживаем, как в случае с вышеупомянутыми квестами. Они не претендуют на уровень Ведьмака, конечно, но в то же время неплохо справляются со своей задачей и разбавлять сюжетные миссии, а больше от них ничего и не нужно. Есть, кстати, квесты инклюзивные, с повесточкой. Sony у нас компания прогрессивная, поэтому держите. В одном квесте, к примеру, нужно было помочь одному голубку подготовить презентацию для своего возлюбленного. В другом квесте помочь глухонемой девочке нарисовать граффити. В третьем квесте можно было прогуляться по музею, посвященному чернокожим музыкантам, так или иначе повлиявшим на музыкальную индустрию. Музей, кстати говоря, реально существующий, и почитать экспонаты было интересно. Однако уже поднадоело, что в фильмах, что в играх из произведений пытаются сделать какое-то высказывание. Слава богу, что основному сюжету ничего подобного не коснулось. Ладно, вы уже наверняка и без меня поняли, что основных играбельных персонажей тут двое. И я не просто так сказал основных. Есть еще целых три персонажа, за кого вам предстоит поиграть. О двух рассказывать не буду. А вот третий персонаж, это, конечно же, MJ. И вот опять, если отсылаться к первому Человеку-пауку, то многие, возможно, душились на ее стелс-миссиях. Блин, вот серьезно, во втором Человеке-пауке геймплей за нее гораздо интереснее. Тут за нее будет не только стелс, но и какой-никакой шутер, и даже раннер. Но я вам этого не покажу. Уж простите. По поводу внешности Мэри Джейн, кстати говоря, я вообще не понял претензий. MJ выглядит хорошо, и никакого рекаста не было. Единственное отличие от прошлой MJ, это, по-моему, только распущенные волосы. В той части они были собраны в пучок. Вообще, с персонажами в игре все прекрасно. Здесь отлично показана дружба между Гарри и Питером. Здесь хорошо показывается развитие отношений между Питером и MJ. Конечно, показали отношения Майлза с мамой и то, как они живут без отца. Бродяга тоже присутствует где-то на горизонте, но мелькает он в игре всего лишь раз. И огромный плюс игре за показанные 9-летней давности флешбеки с Питером, где он только начал свой путь героя в маске. Хоть их и немного, но все равно приятно. Здесь также развиваются и логически завершаются сюжетные линии не основных персонажей. Некоторые злодеи, к примеру, переосмыслили свою жизнь и стали хорошими. К примеру, надгробие вообще теперь милашка. Трудится в парке развлечений, зарабатывает честным путем, помогает детишкам. Просто прелесть. Кстати, он не единственный злодей, который подрабатывает в парке развлечений. Но подробнее об этом в спойлерной части. Со злодеями здесь также все хорошо. Однако к самому Крэйвену Охотнику у меня есть парочка вопросов. С одной стороны, он очень круто выглядит, а эта мелодия во время его появления сводит меня с ума. Он хладнокровен, жесток и харизматичен. Смотреть кат-сцены с ним сплошное удовольствие. Но, по-моему, именно как охотник он вообще ни о чем. Потому что всю грязную работу, в скобочках охоту, делают за него его болванчики-шестерки. А сам Крэйвен приходит такой довольный, на все готовенькое. Вы обмениваетесь парой фразочек, он уходит, а ты как дурак дальше опять дерешься с его шестерками. И так до самого босс-файта. Я к тому, что вот эти его прихвостни как будто делают гораздо больше, чем он сам. Но вот Веном зато это да. Это прям тот злодей, которого я хотел видеть. Веном в Человек-паук 2 это прям самый трушный Веном. Он мрачный, голодный, мощный, огромный и красивый. Реально, моделька просто супер. Можно разглядеть в деталях каждый зубик его огромной пасти. А самое главное, что это не глупый клоун, который выступает на стендапах, как это было в фильме Веном от Sony. Я Ваня!
Короче, мое почтение. В сюжете очевидно, что авторы вдохновлялись комиксами. Вот этот кадр, к примеру, практически один в один повторяет вот эту иллюстрацию из комикса «Тени паука», которую я как раз разыгрываю в своей телеге. Просто напоминание. Также разработчики даже не просто вдохновлялись, а можно сказать, экранизировали другую арку комиксов про Венома, но о ней в спойлерной части. Мой итоговый вердикт таков. Сюжетная сторона Человека-паука 2 – это, пожалуй, именно то, ради чего стоит покупать игру. Геймплейно же это весело первые часов, ну, 15. Потом уже геймплей потихоньку начинает приедаться из-за бесконечных драк и собирательные херни, без которой никакой платины, увы, не выбить. И отвечу на главный вопрос. Почему я в превьюшке написал, что это плохая игра? Да нормальная это игра, это я так, для красного словца сказанул. Но, тем не менее, убери из игры Человека-паука и красивые катсцены, и оставь только город с его активностями. Надолго ли вы остались бы в игре? Не думаю. Если вы, как и я, фанат Паучка, то проходить мимо новинки категорически нельзя. Если у вас нет консоли, то пофиг, посмотрите игрофильм на ютубе. Или если обладаете невероятным терпением, то дождитесь выхода на ПК. Геймплейно же да, игра стала лучше и боевка стала куда веселее. А босс-файты могут заставить попотеть. Игра оптимизирована прекрасно, я играл в режиме качества с 30 FPS. 30-ка меня никак не смущала, и игра все равно была очень плавной. Графика в игре – это мое почтение. Костюмы персонажей очень детальны. Даже у обычных NPC на одежде виднеются ворсинки. Такую детализацию в играх с открытым миром я, наверное, не видел. Плюс проделана прекрасная работа с освещением. Рейтрейсинг работает во всех режимах графики, даже в режиме производительности. Во всех окнах города идеально работают отражения. Никаких лесенок и мылок там нет и в помине. Баги в играх случаются, бывает куда-то пропадает саунд-дизайн, бывает NPC застревает в текстурах, бывает, что паучок застревает. Но случается это нечасто. В остальном все идеально. Техническая работа над игрой выполнена великолепно. Оргазм для глаз просто. А теперь время перейти к спойлерной части. Даю 10 секунд на то, чтобы закрыть ролик и пойти в мою телегу для участия в розыгрыше комикса. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10. Так вот, начну, пожалуй, с самого главного. В своем прошлом ролике я размышлял о возможной смерти Человека-паука. Убить паука не убили, но теперь точно Майлз Моралес – это основной Человек-паук. А Питер решил уйти в отставку, поняв, что хочет больше времени проводить с MJ. И его можно понять, он уже 9 лет как Человек-паук, а в личной жизни у него все никак не складывалось. Надеюсь, в триквеле мы все-таки увидим его в роли дружелюбного соседа Человека-паука. Возможно, он придет к Майлзу в самый нужный момент, но пока рано что-то говорить со следующей номерной части. Кроме того, что теперь очевидно, следующим злодеем станет Зеленый Гоблин. Отсылки на Зеленого Гоблина были еще в первой части, в виде его фирменных бомб. А во втором Человеке-пауке игра будто постоянно намекала на злодейскую сущность Осборна. Может быть, я параноик и конспиролог, но этот классический костюм с зеленой рубашкой, по-моему, явно намекает на его альтер-эго. Да и мотивация у него есть. Люди-пауки. Ты ведь знаешь, кто они? Если в фильмах с Сэмом Рэйми Гарри мстил за смерть отца, то тут все в точности да наоборот. Норман в принципе никогда не был добрячком, но ради сына он готов на все. Арка с Веномом, пожалуй, самая сильная часть сюжета. Во-первых, я был приятно удивлен, когда мне дали за него поиграть. Геймплей за него такой, как будто мы включили ульту и она все никак не заканчивается. Немножко пустил ностальгическую слезу по старой игре Ultimate Spider-Man. Там, помню, тоже за Веномом прохождение было. Но еще больше я удивился, когда понял, что сюжетная арка с Веномом — это по сути экранизация. Есть же такое слово, да, его можно использовать. Экранизация комикса «Планета симбиотов», где Веном заражает всю планету симбиотом с целью высшего исцеления. Когда Нью-Йорк охватывает симбиотом, игра еще больше становится похожей на прототайп. Кстати, еще в одной игре был похожий сюжет. Это Spider-Man Web of Shadows. Но только в нашем случае тут нет никаких моральных выборов. Хорошо это или плохо, решать вам. А один из самых неожиданных боссов — это была MJ, прости господи, в образе Венома. Неплохой сюжетный поворот.
Но Веномом, а если быть точнее Криком, она прибыла всего немного. А вот то, как Питер становится неуправляемой машиной-убийцей, могли бы показать поинтереснее. В комиксах «Тень паука», к примеру, Человек-паук выдавил глаза Хобгоблину. Вот такой жести мне не хватало. В игре даже кровь, по сути, мы не увидим. Только один раз, когда Веном отрывает голову Крейвену. И то сам момент казни показан не был. Там так подснято, что без подробностей все ясно. Но оно и понятно почему. Игра делается на массовую аудиторию, чтобы детишки могли сыграть, и старые пердуны вроде меня. Надеюсь, что хотя бы в Росомахе будет взрослый рейтинг с расчлененкой и литрами крови, как это было в предыдущей игре про лохматого героя. Как я и говорил, ветки персонажей из первой части подошли к логическому завершению. Самая важная ветка принадлежит Негативу и Майлзу. Было интересно смотреть, как сперва Майлз через слепую ненависть смотрит на утопающего Негатива, а потом пытается понять его. Негатив, кстати, раскаивается и жалеет о своих преступлениях, так как он сам стал тем, кого презирал. Чтобы искупить свою вину перед Майлзом, он жертвует собой, но выживает, а позже передает свою силу Питеру Паркеру, и теперь тот, в свою очередь, становится антивеномом. Вот этого я прям не ожидал, это очень крутой поворот. Также тут продолжается сюжет Черной Кошки. Заглянула в игру она ненадолго, а потом через портал Стрэнджа отправилась в Париж. Сцена с порталами, кстати, одна из самых запоминающихся во всем Человеке-пауке 2. Мистерио, как и предсказывалось, появился во втором паучке, но он завязался злодеяниями и стал продвигать свой аттракцион, который за счет иллюзии отправляет нас в другую реальность. И вот тут я, кстати, угадал, что Мистерио не будет ключевым персонажем, а просто будут квесты, связанные с ним. Юри тоже никуда не пропала, она также присутствует в игре, но теперь не в качестве полицейского, а в качестве антигероя. Честно, костюм у нее выглядит так себе, а от ее пафосных фраз а-ля Роршах, прошу прощения за свою картавость, подташнивает. Но зато цепочка квестов с ней одна из самых атмосферных. Для полного антуража выполнять их нужно в костюме нуарного Человека-паука. Рекомендую. Разработчики не врали, когда говорили, что сиквел будет мрачнее первой части. Так оно и получилось. Однако мне не хватало жести. Но вот, вроде обо всем, что хотел рассказать, рассказал. Сюжет, как по мне, на 9 из 10. Геймплей на это 7 из 10. Итого, игра получается на 8,5 баллов. По-моему, заслуженно. Ну а с вами был Денис. Спасибо всем, кто досмотрел этот ролик до конца. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, если ролик понравился. Если не понравилось, ставьте дизлайки, я не привередлив. Также вы можете поддержать канал рублем. Ссылка на мой Boosty в описании к ролику. Играйте в хорошие игры и пока-пока. Так, а теперь, чтобы YouTube точно понял, куда нужно вставлять этот ролик и кому показывать, я 10 раз повторю Человек-паук 2. В прошлый раз это сработало, когда я делал обзор на Baldur's Gate, поэтому почему бы не попробовать сейчас. Ну, поехали. Человек-паук 2. 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 Все, всем спасибо за внимание.